субботу в Самарской области ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем 0 плюс 3 градуса, ночью 0 минус 2. Ветер преимущественно западного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 3 градуса, ночью минус 2. Западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 2 градуса, ночью 1 ниже 0. Ветер западного направления 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 2 градуса, ночью минус 2, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.